Ну а в Минобороны России сегодня снова констатировали, что размежевание умеренной оппозиции и террористических группировок в Сирии так и не проведено. Кто где, не удается установить на основе данных, которые предоставляют американцы. Тем временем боевики продолжают обстрелы. Их жертвами за сутки стали 9 человек в провинциях Хама и Алеппо. Сирийская армия была вынуждена вернуть отведенную накануне технику на позицию трассы Кастелло, чтобы предотвратить захват дороги, важной и с военной, и с гуманитарной точки зрения. Констатируем, что американская сторона по-прежнему не принимает мер по соблюдению режима прекращения боевых действий под контрольными ей отрядами оппозиции. При этом российская и сирийская стороны в полном объеме выполнили свои обязательства. Ждем от американской стороны решительных мер по воздействию на подконтрольные им вооруженные формирования в целях неукоснительного выполнения соглашения от 9 сентября. В противном случае ситуация в Сирии может выйти из-под контроля.